Мам, давай в карты на желание. Что, хочешь весь день мыть посуду? Ха, легко, да. Ну, давай посмотрим, кто тут будет посуду мыть. Давай. A few moments later. О, спорим. Давай. Да, последний решающий момент. Раз, два, три. Мама, теперь ты мне должна желание. Что? Ну и что с того, что я тебе проиграла? Ну, ты теперь мне должна желание. И какое желание ты хочешь? Я хочу весь день управлять твоей жизнью. Что? Блин, я во что решила сделать вместо цвета радуги? Я закрою глаза, я просто не буду на это смотреть, потом увижу. Все, пойдем на кассу. Вообще-то я тоже есть хочу. Ма, давай на цепочку, пожалуйста. Нет. Ну, мама, а что сегодня за день? А-а-а, Ева, как так? Хитренькая такая. Блин, ну ладно, проигрыш есть проигрыш, окей. Я не знала, что ты так хорошо играешь в карты. Не знаю, как ты собралась управлять моей жизнью, потому что вот мне, например, надо приехать было на маникюр. Я и приехала, сейчас и пойду туда. И ты мне как бы не помешаешь. Я тебе буду выбирать цвет маникюра. Что? Надеюсь, что Ева со вкусом все в порядке, она выберет мне, ну, так как я люблю, какие-нибудь вот нюдовые цвета, там что-то такое. Короче, буду надеяться на ее отличный вкус. Мама рано радуется. Я ей выберу такой маникюр. Что я, как обычно, хочу убрать максимально длину, чтобы мне было удобно, и сделать какой-нибудь нюд. Нет, 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 мама, у тебя будут яркие ногти. И длину оставляем. Кстати, этот дизайн, который сейчас убирают, это я ей придумала. Выберет примерно что-то такое. Нет, мама, вот такой вот оранжевый. Не знаю, мне вот нравится вот этот голубенький, вот такой вот он хорошенький. Я вообще не люблю голубые и синие оттенки на ногтях. Они меня напрягают, такое ощущение, что отбил пальцы. Поэтому Ева точно не голубые. Давай что-нибудь лучше и что-нибудь другое. Да, значит, точно голубые, мама. Точно не голубые, точно не черные. Давай черные. Все, черные. Давай блэк. Нет, давай ты мне выберешь какие-нибудь, наоборот, радужные. Или смотри, блестяшки всякие. Или просто красные, мама. Ребята, у меня есть вариант сделать маме вот такие вот ногти кислотные. Либо, может, какие-то нюдовые. Напишите в комментариях, что ей выбрать. Или напишите свои варианты. Так, мне уже вот убирают старое покрытие. Блин, Ева, походу, мне выбирает оранжевые, яркие цвета. Знаешь, кого не хватает? Оранжевого, яркого оранжевого. Я уже выбрала маме маникюр. Она еще не знает. И, короче, я сейчас поела чупа-чупсы. У меня он зеленый язык. Думаю, ты нормально чупа-чуп взяла его. У меня уже все готово для того, чтобы мне красить ногти. Ева объясняет, какие цвета нужно взять, что ты там понавыбирала. И это еще не все. Просто уже вот столько лаков приготовили. Ева, что ты намутила? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, белый и черный. Блин, Ева, что решила сделать вместо цвета радуги? Я закрою глаза, я просто не буду на это смотреть, потом увижу. Вот-вот будет мамин маникюр готов. Ну что, мам, ты готова? Да. Раз, два, три. Та-дам! Ева, просто ты мне выбрала все цвета радуги. Да, только тут я добавила вот эти, потому что, ну, не вместились у тебя на всю руку. Просто посмотрите, у меня все цвета радуги, начиная от красного. И заканчивая вот даже цветами, которых нет на радуге, но Ева их сюда вписала. Да. Просто вот очень ярко. И оригинально получилось. Я, конечно, бы сама себе такое никогда не сделала. Но благодаря Еве попробуем что-то новое, яркое. Да. Очень круто смотрится на солнце. Кстати, мне нравится. Получилось все вот так. Одна рука вот такая, другая вот такая. Ну, кстати, мама, а по длине что? Ну, как... По длине тоже Ева оставила длину. Мне обычно я делаю очень короткие. Ну, пока мне привычно, но они будут отрастать. Посмотрим, что будет дальше. Пока мама делала маникюр, я проголодалась. Поэтому мы сейчас поедем кушать.
Круто, я тоже хочу кушать, поэтому, конечно же, сейчас поедем в кафешку и съедим суп, салат, все как обычно. Поехали. Нет, подожди-ка, что я же сегодня решаю, куда мы поедем. И куда? Где мы будем кушать. И где? И мы поедем во вкусные точки. О, нет, только не это, только не вкусные точки, Ева. Давай что-нибудь другое. Нет, мама, мы едем во вкусные точки. Боже, надо учиться играть в карты мне, чтобы больше ей не проигрывать. Я заказала, мама, а ты что будешь? Я ничего не буду. Ну, как хочешь. Короче, я тебе взяла чикен премьер и буду наслаждаться вкусом, мама. Вообще-то я тоже есть хочу. Хорошо, что у меня в сумочке есть еда. Вот так вот. Надеюсь, меня не выгонят отсюда. Я пришла со своей едой. Сейчас это проверим. Ребята, а вы бы что выбрали? Суши или бургер? Напишите в комментариях. Нет, бургер. Короче, все смотрят на меня и думают, наверное, а что это во вкусной точке теперь суши есть в ассортименте? Пойду покажу. Короче, Ева еще ест свой бургер. Я уже все съела. Правильно, пока меня отсюда не выгнали со своей едой-то. Я их быстро-быстро запихала все и проглотила. Вот. Вот как-то и пообедали. В общем-то, на меня очень странно смотрели. Вообще, наверное, подумали, когда женщина странная пришла с каким-то странным маникюром. Скажут, это женщина неопределенность, не знала, какой цвет ей выбрать. Потом, значит, она такая пришла со своей едой. Такая поела там. Ну, в общем, капец. Ну, а я обычно пришла во вкусной точке и поела. Ну, классно, чё? Так, мне, короче, Ева, надо сейчас зайти умывашку купить, у меня закончилось. Поэтому сейчас зайдем, купим умывашку и поедем домой. Фотаются просто с фоткой Кобякова. Ева, тебя сфотать с фоткой Кобякова? Когда у тебя еще такой шанс будет встретить Кобякова, чтобы с ним сфотаться, Ева? Вот. Мы уже пришли в Литуаль, и Ева, короче, увидела духи, как мои ногти. Короче, реально в цвет радуги. Красный, вот оранжевый, желтый, зеленый, голубой. Дальше другая моя рука синий, фиолетовый. Ева добавила мне еще три цвета, которых нет в радуге. Вот розовый, белый и черный. Так, вот, короче, умывашки есть, и я беру... Подожди, мама. Сегодня же я решаю, какую тебе брать. И что? Ну, я возьму тебе, какую я захочу. Что за день, блин, сегодня? Ну и какую ты хочешь? Дольче Мил. Что? Я не хочу Дольче Мил, умывашку себе, Ева. Ну, придется, мама. Ну что за день? Ребята, только посмотрите, как тут все эстетика. Короче, Ева уже знает, куда идти. Взяла корзину. Мне просто умывашка нужна. Ну, мы посмотрим про умывашку. Умывашка. Поскольку я не знаю, какой мне Дольче Мил выбрать, мне поможет рулетка. Итак, Ева крутит рулетку. Каким вкусом ей все покупать? Давай. Банан. Тебе выпал банан. Банана. У меня вот тут, да, есть маникюр под банан. Так, смотри, что я сразу увидела. Это крем-банан. Банановый крем. Антисептиков, к сожалению, нету. Это мне везет? Вот банановая и вот просто банановая помада. Одна, да? Нет, не одна. А, вот еще. Вот еще, вон еще. Ладно, обойдемся одной. Так, салфетки. Есть ли салфетки? Они как вкус антисептика, поэтому, скорее всего, нету. И, видишь, есть вот такие вот, вот такие. Это старое, это новое. А, дизайн? Да. Какие вам больше нравятся? Напишите в комментариях, старые или новые. Так, здесь у нас вкусов, я так понимаю, нету. Но это же желтый. Но вкусы тут не написаны. Это можно считать как за банан? Хороший вопрос. Вот. О, здесь точно не поспоришь, здесь банан. Мама, один последний. Последний банановый дезодорант? Да. О мой бог. Ты даже шляпку переодела под банановую, да? Да. О, сразу просто посмотри.
О, боже мой, зачем ты в эту сторону зашла? Ага, берем сразу два шампуня, кондиционер. Также вот это... Ты где такое брала? Это другое. Это какое другое? Вот, смотри, это другое. А это что тогда? Это маска. Это? А это боди-бутер. И вот еще у нас молочко для тела банановое. Офигеть. Мы еще к тому стенду не подходили. О, мой бог. Берем маску, она банановая. Там Господи, даже банан нарисован на маске. Что за везение сегодня банановое? Да, да. Смотри, еще тут есть вот такой вот шарик новогодний. О, до Нового года еще не скоро, так что и не банан. Кстати, ребята, вы уже придумали подарок на Новый год? Я, если честно, да. Тогда ты должна быть очень хорошей девочкой весь год. Вот еще банановая. А это что у нас? Это бомбочка для ванны. Банановая бомбочка. Мама! А это же такое брала-то? Нет. Нет? Нет. А что это? Блин, все упадет тогда, если я возьму. Вот же, да, то же самое стоит, но Ева хотела взять с самого низу, чтобы вся пирамида просто рухнула. Да. А вот это банановое или нет? Это мороженое. Ну да. Ну, банановое мороженое. Черт, не удалось обмануть я. О, банан. Ты способна поднимать эту корзину? Конечно. А что, ты раз такое не брала? Два геля для душа, но они разные, видишь? Как это разные? Они абсолютно одинаковые. Нет, этот выше, чем вот этот, поэтому они разные. Блин, что? Зачем я зашла за этой умывашкой именно сегодня? Я, короче, останусь без умывашки, походу, потому что банановой нет. И вообще... И потрачу кучу денег еще просто на эту банановую корзину, блин. Вот денечек-то. Хорошо она не считает вот эту мочалку банановой. Что там? Ничего. А, это банан. Нет. Это просто желтого цвета. Я вот это не банан. Ты говорила. Я говорила зрителям, а не тебе. Так что порежь на место. И пойдем. Ну, пойдем. Ева, Ева, все, тормози, тормози, тормози. Возвращайся. Мила. Вернись в реальность. Мила. Стоять. Нет. Стоять. Там банановый, все. Это уже не Дольче Мил. Все, Ева, идем на касс. Нет. Тащи свою корзину, если сможешь донести. Если бы мне попался персик, то бы я могла взять этот набор. Мама. Что? Корзина банановая. Что, Ева? Мама, все, мы берем. Все, пойдем на кассу. Я хочу померить свой рост. Нашла его ростомер и хочет померить свой рост. Что? 141? Я не верю. 142 или типа? Ну, типа платформу скинуть, как раз где-то 140 ты будешь. Ребят, напишите в комментариях свой рост. Короче, Ева, давай уже поехали домой, потому что этот день меня уже начал напрягать. Мама, можно эту штуку давай? Нет, Ева, ну ты чего? Тогда на цепочку, мама. Давай на цепочку, пожалуйста. Нет. Ну, мама, а что сегодня за день? А, Ева, как так? Я просто безумно боюсь всех этих каруселей. Вот эти цепочки тоже боюсь. Но ничего не поделать, придется мне идти. Раз она сегодня управляет моей жизнью. Лайк за это. Я уже боюсь. Мама. У меня руки вспотели, я еще боюсь, что у меня телефон выпадет, короче. Я очень боюсь просто. Последний раз на этой цепочке каталась, когда еще была девочка. Мне тогда не было страшно. Сейчас мне страшно, просто страшно. Я ненавижу этот день. Я осталась без умывашки, потратила кучу денег. Я хожу с каким-то непонятным маникюром, блин. Ева, мне пришлось... Мы поехали, блин, я боюсь, реально. Мы реально одни в этой карусели, больше никого нету. Ева, блин, мне страшно! Мамочка! Как круто! Как круто! Боже, это страшно! Я не могу! У меня очень трясутся руки. Я ничего не сняла, потому что мне было так... Это было очень круто, ребята! Короче, это было очень страшно. Это было очень круто! Давай еще на американской горке, нет, мама. Нет, ты что? У меня так трясутся руки, Ева. Я ненавижу этот день. Меня трясет просто. Понимаете? Это было... Жить в Каире! Вот она, жить в Каире! Выбираю жизнь!
жить в КАИ. Я выбираю жить в КАИ. Мне было очень круто, я каталась вот так вот. Руки трясутся, реально. Поехали домой. Ладно, мам, поехали. Ева, мне до сих пор, блин, немного дурно от этой карусели. И вообще такой день сегодня был. Я вообще готова просто лечь спать. Я хотела еще кое-что одно сделать. Вот такие украшения с тобой. Я что сделаю вот это, а ты вот это. Ну окей, давай сделаем. Давай. Раз сегодня такой день, и это уже, конечно, лучше, чем эта карусель. Она вообще перевернула всю мою жизнь сегодня. Нет, эта карусель, ребята, это самое лучшее было в этом дне. Я буду делать резинку и заколку. А ты? Я тоже буду резинку и заколку делать. Какие-то баночки, блесточки, кот. Кот это, по-видимому, вот на такую резинку делает. Круто. Это, наверное, наклейку надо будет сюда наклеить. Так, и что же у меня? У меня ничего. У меня сразу все в пакетике лежит. Да. У меня шпильки, а у тебя вот такие чпоки. Да. Они так делают. Чпок? Да. Вот так чпок. О, у тебя вот такая заколка, да? Да, у меня вот такая вот заколка. Это не заколка, это резинка. Окей, окей. Так, я точно вижу, что надо наклейку наклеить сюда, и так что я клею. Моя заколка готова. Все. Тут еще что-то заливать надо. Ну, ее, кстати, уже так носить можно, ну, уже да. Красиво. Сейчас я свою наклею. Это будет очень страшно, ребята. Хоть бы я наклеила ровно, у меня вот такой вот цветочек. Ну, вот примерно вот так вот наклеила, вроде ровно. Так, мерный стаканчик, эпоксидная смола. Отвердитель добавляем. Открываем, как нутеллу. Все вот так вот перемешиваем. Так. И сюда я добавила столько золотых блесток. Помешаем вот так. Резинку я даже не знаю, как сделать. Наверное, я буду ее делать с серебристыми блесточками. Кстати, прикол в том, что, короче, у меня вот набор с таким котиком, вот резинка, и должны быть вот такие эти заколки, чпоки. А у меня шли вот такие шпильки. А у Евы цветочек. И должны идти шпильки. Но идут почему-то заколки, чпок, да? Вообще, прикол. Да. Теперь надо вот этого кота куда-то положить, его зафиксировать, чтобы его залить смолой. Короче, я придумала вот так вот одеть его и да. Залить. А я уже залила. И теперь будет одевать. Но это же Ева. Я заливаю своего кота. Все, мой кот должен зафиксироваться, я его больше не трогаю. Перехожу к заколкам. Нужно сделать вот такие сердечки мне в заколку. Я хочу, чтобы они были розовые. У меня, кстати, осталось вот здесь. Ой, ребята, это так сложно. Я уже вся вспотела. И сюда я добавлю еще розовые блестки. Вау, получился такой розовый, красивый. Там еще золотой. Я тяну перчатки на следующий этот. Фух. А мне удобнее без перчаток. Так, вот такая красота получилась. Еще я сюда добавлю. Теперь я не могу ничего открыть. Такие вот штучки, добавки какие-то такие. Ай, блин! Это Ева, она просто все просыпала. Просто все звезды она просыпала. Так, не все. Я добавляю вот такие сердечки. Мне, кстати, не сердечки пальцем. Очень красиво. Так, теперь я заливаю формочки, сердечки. Кстати, это вот прикольный подарок маме, например. Он как будто бы сделан своими руками. И вроде бы тебе мама их купила или бабушка, да, за свои деньги. Ты такой раз обратно подарил уже готовое украшение. Можно делать кулончики разные или вот заколочки. Можно не наклейку клеить, которая идет в наборе, а, например, свою фотографию вырезать или фотографию подружки и подарить ей, например, резинку с ее фотографией. Также залить смолой и сделать. Круто? Круто. Да. Так, все, я сердечки залила. Ева вот так вот все собирает тут. Добавляет звездочки. Также все звездочки у него усеяны по столу. Я буду сделать очень все аккуратно, но мне это не получится. Вот наши сердечки. Вот
Евины бриллиантики и Евина заколочка. Также рабочие места. Вот моя заколочка, да, вот мое рабочее место чистое, вот Евина не очень чистая. Пока наши украшения застывают, я бы хотела поблагодарить всех тех, кто снимал под мой трек в лайке. Спасибо вам огромное за поддержку. Вы просто невероятные, я залипла на эти клипы. Давайте посмотрим. Отдельную благодарность я хочу сказать Мерлин, Анастасии и Маше Лупи. Спасибо вам за поддержку. Пока мы залипали на ваши очень офигенные клипы. Просто супер. Да, наши украшения уже застыли. Давайте их распаковывать. Я всегда это хотела сделать. Распаковывать. Да, распаковывать. Доставать. Доставать. Теперь нам нужно наши украшения приклеить к нашим заколочкам. Вот так вот это должно выглядеть. Не знаю, как мне страшно, у меня трясутся руки. У меня всегда, когда что-то мелкое надо сделать, у меня всегда руки. Нам его надо каким-то образом перемешать. Ставим. Как же ты туда плетешь из бисера? Это исключение. А резиночки у нас получились вот такие вот крутые. Да, вот тоже. Моя, вот Евина. Да. Вот такие заколки у меня получились. Мамина. Какой был прикольный день. Мне очень понравилось управлять маминой жизнью. А вот мне не очень. А мне понравилось. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Спасибо за клипы, кто снимал. Всем пока.